Молодой человек, который выполняет физическую работу. В ходе первой встречи были обозначены главные финансовые цели и приоритеты, а именно защита здоровья и личного бюджета. В ходе второй и третьей встреч, то есть консультации, были определены главные факторы финансовой защиты, а именно в случае несчастного случая, то есть телесных повреждений, госпитализации и хирургического вмешательства. При этом финансовая защита на один календарный год стоила клиенту 20% месячного дохода. Или говоря простыми словами, это та сумма, которую этот парень зарабатывает за 6 дней. При этом сумма максимально возможного финансового покрытия составляла годовой заработок клиента. Если это обозначит сравнение, то эта сумма покрытия была более чем в 60 раз больше, чем та сумма, которую он уплатил за финансовую защиту. Также на момент создания этого видео было проведено несколько коротких консультаций. Была проведена сервисная встреча, на которой клиенту было показано, как можно эффективнее вести личный бюджет.